В Риге задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки. На данный момент полиции известно о 4 возможных жертвах. 15-летнюю девочку он сексуально использовал, а 3 других детей в возрасте от 8 до 14 пытался совратить. На данный момент он находится под арестом. Своих потенциальных жертв мужчина искал с помощью объявления о знакомствах. Знакомился либо с детьми, либо с матерями-одиночками. Мужчина уже был судим за аналогичные преступления. На свободу вышел около 2 лет назад. Следствие допускает, что после освобождения он продолжил свою преступную деятельность. У полиции есть основания предполагать, что жертв было гораздо больше. Если вы опознали в этом человеке своего обидчика или возможного обидчика ваших детей, просьба сообщать в полицию по телефонам 6 707 52 87 или 110. Также можно писать на электронную почту.